Умар Паскаев, Красный угол, Республика Чечня. И Александр Шамраев, синие трусы, синий угол. Он из города Тулы. Очень сильный клуб, очень большой клуб. И Александр Шамрай уже давно у нас на виду. Не первый у него чемпионат России. Умар Паскаев помоложе. Для него это вторая, по-моему, Россия. Он представляет Республику Чечня. Сейчас в Чечне очень хорошая команда. Ребята на этом чемпионате, по-моему, завоевали 2 золотых медали. Очень удачно выступили. Вот сейчас, забегая вперед, Паскаев Умар выиграет этот поединок. Очень титулованного Александра Шамрая. Вообще совсем недавно чеченские спортсмены стали принимать участие в соревнованиях по кикбоксингу на таком высоком уровне. И сразу заявили о себе. Такой прогресс. Да, заявили о себе. Приезжают немногочисленные команды, но удачно выступают. Ну, в основном легкие веса, наверное, да? Да. Пока вот, да, у них в легких таких весах сильные мальчишки. Тем более мы сами не ожидали, что Александр Шамрай не сможет в этой ситуации справиться с Умаром. Ну, очень часто спортсмены недооценивают соперника. Бывает такое, да. Бывает, как бы вроде не видел, не слышал о нем, немножко несерьезно отнесся, а вот на тебе, пожалуйста. Времени-то мало, 3 раунда по 2 минуты. Где-то упустил, а потом догнать уже очень сложно. Согласен. Ну и Умар, наверное, знал, с кем боксировать, настроился, наверное, на поединок. Молодец. С желанием выиграть. Знал, с кем боксирует. По-другому вышел уже на этот бой. Вот видите, вот даже здесь он просто перебивает за собой, оставляет последний удар, намного точнее. Удары по ногам оцениваются как удар в голову. И одно время у нас даже, мы судьям долго объясняли, что ну, удар в ногу это намного больнее, чем удар в голову. Потому что одно время у нас судили, скажем так, только попадание в голову, либо по корпусу. Видя, как ребята на второй, уже на третий, на четвертый день ходят, хромают, как люди стали осознавать, что это очень болезненно. Ну, прогрессируют кикбоксинг, и, соответственно, наблюдается, да, прогресс и у судей. Согласен, в последнее время уже есть и клубы, не боксерские там или каратистские, а уже кикбоксерские, да, кикбоксерские, когда клубы, да, дети с детства уже занимаются именно кикбоксом. Как раз проблема и раннего кикбоксинга, да, в СССР и в России. Это либо был чистый бокс, да. Но одно было боксерами, которые даже по профессиональным правилам АСКИ набирали положенных 8 ударов. Или в начале раунда, а потом спокойно боксировали. Или наоборот, внимание обращали на руки и наоборот не добивали, да, ногами. Ну вот, по правилам Федерации кикбокса России, которая ориентируется на мировую версию ВАКа, которая признана ГАИСФ, положено в раунде нанести 6 ударов ногами во всех 3 раундах. Если спортсмен не набрал 6 ударов, то есть он будет предупрежден, либо наказан. А нет такого положения, что недостающие удары, допустим... Да, можно добить следующим раундом. Можно добить за исключением третьего. Если ты в третьем не добил, то по-любому ты получишь минус балл. А это уже большое преимущество дает сопернику. Вот видите, ребята... Ну, это фактически ты побывал в нокдауне. Да, да. Потерять балл. Тумар как раз пользуется этим. Хорошо пробивает по ногам.
Я думаю, что завтра. Вот Шамрай как раз сейчас уже переломил ход поединка, но как раз это тот случай, когда не хватило ему, если бы еще 1-2 дополнительных раунда, возможно, он и выиграл в этом поединке. Да, наверное, это уже сказывается опыт, то есть он как бы разогнался, но уже времени не хватает. Хотя вот посмотрите, Александр очень большое внимание уделяет рукам, но сам пропускает по ногам. Хотя уже бой преломил, начал работать. Поагрессивнее стал доставать. И устал его соперник. Это заметно. Возможно, это качество разгоняться к третьему раунду для Александра послужит рукам, что, наверное, надо сразу начинать работать. Да, но с другой стороны, если он думает о переходе в профессионала, то это качество как раз очень положительное, поскольку профессиональный кикбоксинг — это все-таки 4 и более раундов до 12. Это очень важно — распределять силы до конца поединка. Ну, Саша, несомненно, выиграл третий раунд, да, ну и да, три раунда. Но первые два. Сейчас мы посмотрим, как объявят поединок. Видно, Умар подустал. В ринге Николай Русанов представляет школу «Китек», Москва. Старший тренер. Привозит очень всегда сильную команду. Квалифицированный судья. Международная категория. Кстати, чемпионат лиги «Китек» ежегодно проводится в Москве. Да. В этом году для совета. Тоже, да, проходил. Да, так и получилось. Два раунда Александр проиграл. Третий раунд явно выиграл, но это недостаточно для результата. Выиграть последний раунд — это не значит, что ты выиграл бой. Ну и как мы отметили, он все-таки делал акцент на удары руками и не добивал. Вот видите, как хромает. Да, да, вот, да. Вот